Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Вернулись на Лесбос. У нас тут еще куча вопросиков осталось не сделанных. Собственно, я ими и занимался тут и нашел задание эликсир на вопросики прям. Я так, кстати, не особо понимаю, почему не всегда задание сразу подсвечивается на карте. Некоторые задания вот таким вот образом приходится находить. Это бывает довольно редко, но все-таки. А загорелось, ну, у тебя, когда здесь ты приблизился? Чего загорелось? Когда ты приблизился? Да. Я увидел значок вот этот. Угу. Давай попробуем подойти. А чего такое-то? Я думал, они не агрессивные будут. Сейчас отругаю тебя еще за это. Да. По-любому. Ну, может, стояла бы со своим заданием тут. Звери. Клыки. Всюду клыки. Ты спасла меня и мои труды, и лекарства для статуи в окаменевшей долине. Окаменение обратимо? С эликсиром, да. То есть, пока нет. Я пытаюсь обратить окаменение, создавая эликсиры из разных компонентов. Он мне нужен. Мою подругу недавно превратили в камень. Увы, у меня нет ингредиентов. Но если ты мне их принесешь, я дам тебе один фиал в награду. Хорошо. Я все принесу. Прекрасно. Тогда запомни, что нужно найти. Несколько грибов с медвежьего помета, слизь улитки конус и немного морозников. Собственно, понятно, почему задания не было, потому что... Оно было завязано, да. Да, 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 ты меня понял. И получается, прочее-то она говорила не нам, а волкам. Ну, так что все хорошо. Хорошо. Но ингредиент меня несколько напрягает. Угу. Медуза обращала людей в изваяние. Я нашла, где она скрывалась, и убила ее. Так что новых жертв не будет. Медуза не вымысел? Мне все равно. Главное — спасти бедняк из заточения в камне. Уверена, эликсир им поможет. Что за морозники? Это цветы, которые растут на вершине самой высокой горы в виноградном ущелье. Ты понял, да? Да, это я знаю где. Медвежий помет будет в пещере. И той где самой эти грибы? Грибной. На медвежьем помете. Обычно их можно найти в пещере, в горах к югу от дороги, ведущей в Метелену. А улиток вот не знаю. Где найти улиток? Там, где теплые течения у восточного берега. Я ищу их в Акульей бухте. Но слизь должна быть свежей. А, ну и Акулья бухта, где я тоже знаю. Ну, здесь возьмем все, последнюю очередь. Принеси их в мастерскую на холме, в восточной части Метелены. Хорошо. Забавно. В пещере, в горах и на берегу. Ну почему все нужное не может быть в одном месте? Вот да, Кассандра, я полностью согласен. Тут где-то еще табличка должна быть. А где? Не понял. Вообще не светится. Как так? О! Нашел. Странно, что она так вот не подсвечивалась явно. Ну ладно. Ну, в общем, у нас еще тут как минимум пара-тройка астраконов будет. Ладно, начнем с простого. За цветами. А, здесь зона. Сейчас, выйду. Так, а может быть нам до грибной пещеры дойти? Мы рядом, разве? Ну, относительно. Ниже. Ладно, давай в пещеру. Давай. Она тоже рядышком, без разницы с чего начинать.
и там перелететь можно. Мне вот интересно по поводу этого эликсира. Подругу нашу, ее же вообще в пыль как бы превратило. Разбили ее. Мне кажется, это условно было так. Думаешь? Угу. Вроде близко, вроде так далеко. Не хватает мне очень какого-нибудь спринта в этой игре. Чтобы немножко ускориться хотя бы ненадолго. Вот нужное место. Пещера где-то здесь, а в ней грибы. А мы еще удивлялись этим грибам местным. Оп. Грустят. Медведи-грибники. Все? Одного достаточно? Может быть, чуть больше с собой взять, нет? Ну ладно. Ой, могу отсюда сразу, кстати. Так. Забираем цветочек и прыгаем в акулью бухту. Гора. Где-то здесь должны расти морозники. Сейчас. А он тут и не один такой цветочек. А сколько нужно? Нам один. Mm-hmm. Ну, вообще, вот еще. И там, по-моему, где-то я еще видел, блестел. Интересно, я тут акул уже убивал, они появились? Или не успели еще? А нам с них что нужно? Нам же улитки нужны, нам не сами акулы. Ну да, точно. Так что вообще красота. Акулы не вижу, так что сейчас. А, вижу. Вот то место. Тут можно найти улиток. Гады. Ты думал успеть до? Ну да, я думал сейчас. Оп. Все-таки криты в этой игре, конечно, такая классная вещь. Все, улитки есть. Время не запустили никакое? Нет. Ну ладно. Так, а куда она сказала это? А, ой, вижу. А то он сказал, что очень быстро там нужно. Ну так. Условно опять, понятно. Ну это на самом деле даже хорошо. Не люблю, когда врубают ограничения какие-то временные вот такие. Особенно если полкарты пробежать. Не успел, такой беги еще раз. По всей карте. Пока доберешься, опухнешь. Да она еще как-то в центре города прям куда-то забралась. Дошли наконец. Вернулась. Собрала все, что нужно. Да. Хорошо. Теперь я смогу сделать еще эликсир. Но сперва нужно убедиться, что он безвреден. Mm-hmm. На столе стоит последний фиал. Я берегла его для тебя. Я не выпью эликсир из грибов с медвежьего помета. Не глупи. Выпей, и тогда точно не окаменеешь. Я что-то сомневаюсь. Что? Ты ведь веришь, что он действует, верно? А почему я верю, это соврать?
Ну, было бы странно верить в то, что можно расколдовать людей заколдованных. Ну, что сказать, честно. Особенно медвежьим пометом. Ты, видно, не в себе. Нет, 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 выпей сейчас же. Мне нужны образы для статуи. Тебе конец! А, она, наоборот, меня хотела превратить в статую, что ли? Ты какая-то странная женщина. А если бы я выпил? Мне прям даже интересно. Ну-ка, ну-ка. Сейчас, секундочку. А, автосохранение. Ты вот сейчас сохранись. Вот то, что есть. Потому что переигрывать я не вижу смысла. В смысле, еще раз то же самое делать. Ну, это реально бредово смотрится. Хотя, конечно, и сама медуза бредово смотрится. Вот это уже после было, наверное, да? 19-13, наверное. То есть мне за 2 минуты до... Это в какой момент? Ну-ка, ну-ка. Вернулась. Собрала все, что нужно? Да. Хорошо. Теперь я смогу сделать еще эликсир. Но сперва нужно убедиться, что он безвреден. На столе стоит последний фиал. Я берегла его для тебя. Я не выпью эликсир из грибов с медвежьего помета. Не глупи. Выпей, и тогда точно не окаменеешь. Я что-то сомневаюсь. Что? Ты ведь веришь, что он действует, верно? Я вообще не понимаю, почему на мне надо это тестировать. Да-да-да. Такая странная уловка какая-то. Я и так не окаменею. Ну, допустим, я верю. Если он действует, было бы глупо его не выпить. Верно. Пей до дна. Нет, Кассандра. Я кое-что поняла, когда испытывала эликсир на людях. После смерти все станут камнем. И что? Просто так выпил. Как какашки какие-то. Да, просто психическое. Загружайся обратно. Не хочу, чтобы ты выпивший какашки был. Ну, по сути, без разницы. Ну, ладно. Вот и все, как будто не пил. И все, довольно странное задание. Я уж обрадовалась. Я думал, действительно, сейчас пойдем там расколдовывать. Хотелось еще немножко магии. Угу. Обидно даже, если честно. Реально думал, что какое-то крутое задание будет длинное с расколдовыванием всех тех статуй. А нас просто развели, еще пытались напоить непонятно чем. Гады. Да, тупые медведи. Достали. Ты, говорит, нас искала. Ага. Кассандра. Ну вот они. По заданию их обыскались. Пока сюда вот бежал. Мы сейчас к Касте идем. Штук, я не знаю, 6-7 минут по пути просто вот сами нападают. Как это называется? О, и Акаста-то у нас прям рядышком. Слушай, я сейчас... Нужно быть осторожной. Не прям со спины. Я думал, она там где-нибудь сидит внутри. И сейчас через крепость, через эту, к ней фиг доберешься. По карте просто покажу. Там получается, что вот. А она прям с краю тут находится. Прям совсем. О-о-о. Со львом прям. А, быстрее. Это не будет. Не получилось, не, да? Не понял. Третий раз можно было в нее. Да. Оп. Оп. Падай уже. Ну что ж. Добиваем. Со
собаки – собачья смерть. Ты... Ага. Что там? Да, посмотрим. Там посох был? Отклепия, что ли? Мы про нее читали, да, по-моему, да. Уже? Поэтому да. Нет смысла смотреть. Она же у нас главная Она была. Она дает подсказку к центральному. Угу. Жалко, не подсвечивает, какую подсказку она нам дала. Что именно, да? Новое. Призрак контролирует афинских политиков. Призрак использует веру в богов, чтобы влиять на умы. Желает свободы, управляет обеими воюющими сторонами. И вот фиг знает, что тут от Иокаста было. Нюк-то это мы знаем. Вот, наставление призрака Иокасте. Пришло время перемен. Все должно погибнуть и переродиться вновь. Все планы космоса сошлись в одной точке. Ты будешь нужна людям в новом мире. Ответь на молитвы, направь их к космосу. В грядущие времена вера станет их оковами, а ты, Иокаста, станешь их хозяйкой. Хорошо. Ну ладно. Ой, у меня там очко способностей. Я перекидывал, сейчас крит себе добавлю. Нужно добычу посмотреть, что там. Да-да-да. Что там получили? Это явно не отсюда. Там посох какой-то, говоришь, был, да? Вроде? Да, посох. Ну, мне так показалось, что посох. Вот он. Да-да-да. Посох Асклепия. Шанс крит-удара добавляется к урону, но нанести крит-удар невозможно. В смысле? Это как это? Шанс крит-удара добавляется к урону. Я не понимаю, в чем смысл. Как-то. Я тоже не очень улавливаю. В процентах, то есть, если у меня 40% крит-удара шанс, то добавляется мне просто 40% урона, например. Как это работает? Ладно. Я ничего не понимаю. Звучит интересно, но... Да. Я потом попробую эту гравировку, наверное, куда-нибудь положить. Потестировать. Потестить. Да. Но мне кажется, оно себя не особо оправдает. Потому что у меня крит урон там какой-то, я не знаю, 300%. Можно просто 300%. Взять посох и потестить где-нибудь. На медведях, на тех же, которые тебя сейчас достали. Удар героя, шанс... Крит удара. Ну вот, допустим. Урон убийцы, кстати, здесь. Интересно, интересно. Я сейчас просто подойду вот куда-нибудь вот сюда. Сейчас я не должен критануть по нему. Ага. 246 тысяч урона. А какой смысл шанс поднимать этого крит-удара, если ты критовать не будешь? Критовать не буду, но я буду что-то добавлять каким-то образом урон. Проблема в том, что не очень понятно. Что и каким образом? Да. О. Строком. Я хотел со спины подкрасться. Ну, сейчас он развернется, пойдет. О, отлично. Ну-ка. Не убиваю я вот таким вот образом. А. Ну, я тогда не понимаю. Зато он красивый, Саш. Да, змеюка там такая. Я не знаю. Не знаю. Как-то он себя не очень показывает. А что у меня тут было-то? Вот это было, наверное. Ну вот здесь на уроне вообще никак не отображается, что я потерял какой-то урон. Может быть, в подробной статистике можно посмотреть. Допустим. Урон воина, урон убийцы, урон охотника. Откуда у меня урон охотника? 56%. Это надо прям переписывать и сравнивать, что ли? Вот у меня шанс критического удара 42%. При этом критую я получаю дополнительный урон. Получается как бы 255%.
Ну, там он не настолько крутой, но... Ну, надень и посмотри, что будет. Опять же, если ты не критуешь, какой критический урон вообще может быть? Да. Надо смотреть обычный урон. Здесь нигде нет статистики просто урона. Есть воин, убийца, охотник, да? Если я сейчас сделаю так... Здесь цифры вообще не меняются. Здесь цифры не меняются. Ты запомнил, сколько здесь было? Я не запомнил. Здесь было вот столько же, да. Шанс у меня крит удара как бы остался здесь дописан. Вообще, статистика это здесь ничего не показывает. Это надо, видимо, в Google смотреть. Там народ наверняка тестил этот посох. Такое ощущение, что под него надо полностью билд свой собирать, ну, под эту гравировку. Я думаю, мне нет смысла с этим ходить, по крайней мере, пока что. Экспериментировать, возможно, можно. Так, не особо. Но не сейчас. Угу. Крепость, кстати, культистов. Угу. Ну, вроде бы с Лесбосом мы закончили. А, то есть у меня вопросики там все закрыты. Побочные задания, какие нашли, мы все сделали. И вот сейчас перемещаемся на острова Гефеста. Они у нас открыты. Я не помню, по какому поводу мы тут бывали. То есть они у нас открыты, значит, мы тут были. По какой-то причине. И висит вот здесь задание «Школы сильных ударов». Сделаем его... чтобы я уже мог спокойно здесь потихоньку делать вопросики тоже на этих островах. Сделаешь задание, еще что-нибудь откроется. Вполне, может быть, вполне. Плюс на вопросики могут какие-то задания попасться. Ну, в общем, надо упростить себе немножко жизнь, так как у нас до конца игры уже не так много остается. Надо закрывать побочные задания, надо закрывать культистов. Говорится, что? Что-то неладное. Вы там не офигели? Глупые, вы не можете всегда меня прогонять. Я войду. Деловая. С виду ты сильная. Поможешь мне? А что тебе нужно? Сведения. Мой брат Салон пропал уже давным-давно. Всем все равно. Твердят, что он сбежал. Но он не оставил бы меня. Я ненавижу быть одна. Он это знает. Последний раз его видели в этой школе. Я точно знаю, это связано с его исчезновением. Ты поможешь мне выяснить, что с ним случилось? Я надеюсь, его не убили там. Я попробую помочь. Ты лучше, чем кажешься. Спасибо. Не спеши. Моя помощь не бесплатна. Что? Ты возьмешь деньги у ребенка? Деловая, там тоже у ребенка, здесь у ребенка. Манипуляторша. Ага. У всего есть цена. Да ладно. Добрый Саша. Пусть это... хотя бы там, я не знаю, пуговицу отдаст там, или еще что-то. Ведь ты же наемница, у тебя есть традиция. Ну не с детей же деньги. Ой, ладно, как хочешь. Я что-нибудь придумаю. Я бедная, но отдам тебе все, что у меня есть. По рукам. Думаю, учитель может что-то знать об исчезновении. Но будь осторожна. Говорят, он убил химеру голыми руками. Или он просто похож на химеру с руками. В любом случае, лучше не искать с ним драки. Обычно они сами меня находят. Это точно. Почему атлеты предпочитают эту школу? Ты не слышала о ней? Тасса славится этой школой. Ее открыл Феоген, известный олимпийский атлет. Многие тренируются здесь, потому что хотят стать олимпийскими чемпионами. Должно быть, твой брат исчез уже давно. Да, очень. Он никогда бы не ушел так надолго. Он любил хвастаться будущими олимпийскими победами. Обещал, что я буду самой-самой гордой сестрой в Греции. Но как он сдержит слово, если его здесь нет?
Я узнаю, что с твоим братом. Поспеши. Без него здесь стало слишком тихо. Ну что, записываемся в школу? Пробуй. Со старшим наставником поговорить. Может, не понадобится записываться-то. Пойдешь за грудки его возьмешь, скажешь, признавайся. Он скажет, победи тут народ. Я признаюсь. Что-то я сомневаюсь. Что тут? Сокровище? Идея. Ага, рядышком? Ага. Ну, где-то вот. Пойду заберу сразу. Хотя нет, а вдруг там надо будет разграбить что-нибудь? Давай поговорим сначала. Фига здоровый. Если ты пришла поступать в школу, то припозднилась лет на 10. Жаль. Похоже, ты тренируешь атлетов. Ты не знаешь меня? Я Эфим, старший олимпийский наставник. Мои ученики достигают побед так же легко, как Феоген поднял бронзовую статую. Обо мне слышал каждый. Кассандр на него так снизу прям смотрит. Но он здоровый там. Хотя она сама не маленькая. Польстим немножко. Ну, польсти. Говорят, что ты одолел Химеру голыми руками. Люди слишком добры, но это правда. Слухи ходят разные. Например, что кое-кто из учеников пропал. Пропал? Глупость! Мои ученики – атлеты. Они просто ищут приключений. Под моей опекой они достигнут тех же высот, что и Пегас. Ты помнишь ученика по имени Салон? Словно наглый раб, ты смеешь врываться в мою школу и требовать ответов. Да тебе кишки выпустят. Пусть попробуют. Но я не буду лезть в драку. Зачем? Мне нужно узнать, связана ли школа с исчезновениями. Связана? Ха! Глупость! Все, что тут есть, кровь, пот и драки. А исчезают здесь лишь постыдные слабости духа и тела. Не хочешь испытать свои навыки? Я не буду тратить свое время и силы ради пустого места. Сдаешь позиции? Ха, насмешки оставь при себе. Постой, я видел твое лицо. Я узнал тебя. Ты участвовала в играх. Ты чемпион, могу поклясться. Ну, было такое, да? Да! Перед тобой олимпийский чемпион! Возвращайтесь к своим... Ты лучше всех! Скажи, что нужно, чтобы стать настоящим чемпионом? Кушать лучше. Поза силы, упражнения и правильное питание. Скромности нет, это не про меня. Каждый день вы должны бегать с ношей тяжестью в 2 коровы на плечах. Не слишком впечатляюще. Итак, ты приходишь в мою школу... Крадешь мои лавры и бросаешь вызов мне, великому Ефиму. Великий Ефим принимает мой вызов? Или он струсил? Струсила? Хо-хо-хо. Сперва сразись с учениками. Посмотрим, так ли ты сильна, как говоришь. Я говорю, не буду ввязываться в драку. Кассандра, давай подеремся. Я тебе говорила, что все закончится дракой. Я позанимаюсь с твоими учениками, или я сражусь с учениками? Да как хочешь. Может, с учениками должен заниматься олимпийский чемпион? То есть я. Они согласятся, что это я вот в таком виде? Да неужели? Вздумала занять мое место? Может, ты храбра, как львица, Мистия? Но я разделаю тебя, как козу. Сразись со мной, раз уж называешь себя чемпионом. Я надеюсь, на кулаках будем драться. Мои ученики! Ей хватило наглости бросить вызов мне, Ефиму, в стенах моей... нашей школы. Последний шанс, Мистия. Уходи, и все закончится. Ты все сказал? Поглядим,
Так ли ты хороша, м? Устроим настоящий бой. А, с оружием. Он говорит настоящий. Узри мощь моих учеников. Ну, он, походу, не убивается. Нормально. Я не хочу их убивать просто. Ну, его-то не убило, вроде. Его-то ты не убил. Ну да. А что он... А чего? Какой урон не наносится? Вообще нет, да. О. Не умирай, пожалуйста. Умер? Нет, подойдет. Чуть-чуть еще. А, я не могу туда. А, ты даже вот так делаешь, да? Да все уже там. Ну так и было. Стоило драться. Ну ладно, ладно, сдаюсь. Ты погубила мою репутацию. Как я буду учить? Гордость сгубила тебя. Я ни при чем. Ладно, сдаюсь. Я проиграл. Расскажу, что знаю. Содержать такую школу дорого, но мы получаем крупные суммы от одного богача. Он иногда приходит вместе с запахом вина и странным человеком. Вряд ли они любуются твоей школой. Я заметил, что они выбирают лучших атлетов с исключительными навыками и результатами. Присматриваются к ним. Они присматривались к Салону, ведь так? А, Салон. Один из лучших моих атлетов. Он не появлялся после визита того мужчины. Ты понимаешь, что дело нечисто, но сидишь сложа руки. Этот человек влиятелен. У него есть связи. Я пытался вмешаться. Начал расспрашивать, но мне сказали, если не прекращу, пострадают мои ученики. Неприятно признавать, но я бессилен. Останься здесь и не путайся под ногами. Я сама справлюсь. Жаль, что от меня мало толку. Я все слышала! Ты стоишь здесь, пока твоих учеников похищают? Из-за денег? Как ты сюда попала? Это твоя дочь? Ты плохой человек. Тебе нельзя верить. Никому нельзя верить. Я пойду и сама спасу брата. Ее брат? О, Зевс, я... Что я наделал? Если как я найду мог? Пропавшего мальчика, мне заплатят. Кассандра, ты к чему это вдруг внезапно? Не знаю. У нас задание будет новое? Должно быть. Нужно опередить мелкую эту. Но задание не дали. А по карте, если посмотреть? Непонятно. Может, мы как-то криво ответили? Ой. Как я сюда попал? Да нормально ответили. Ха. Не понял. Ну, нам явно надо помочь ей. Ну. Но почему задания-то нет? Продолжение. Мне непонятно. Видимо, где-то на каком-то из вопросиков надо найти. Ну и что? Как это искать? Вы смеетесь, что ли? Не знаю, не знаю. Ну, пока задание закончили. Там будем разбираться, видимо.